Обе команды играют, конечно, хорошо, ничего не скажешь, но я считаю, что команду синих спас Джефф Гласс. Вот очевидно говоря, спас Джефф Гласс. И вот мы сейчас видим, как сборная Беларуси выходит вперед, и сейчас очень хорошо сыграл Джефф Гласс. Можно бросить даже будет оттуда или сделать хорошую передачку. И Джефф Гласс на мишке. Момент, сейчас можно пас дать или удар сделать. Но опять Джефф Гласс. Now leaves with an attack. He can score a goal, but a good Glass save. Any change, but maybe they can easily chill out. And now a good save by. Now Monster. Good clip. Счет 1-1. Вот. Сейчас хороший сейф от Джефф Гласса. Ну вратарь молодец, вышел с ворот. Джефф Гласс. В оборону. Вон, Вайпер, возвращайся в оборону. Бросок хороший, в шабельке ворот. Сейф, опять Джефф Гласс. Now Viper, a good chance to score a goal. And oh, what a save by. Это не 2-2. Смотрим. Профессиональный игрок должен забивать гол. Не забивает. Браво, голкипер, конечно. Сейчас хорошая есть возможность. Забивать. Ну и... Ты спасает. Ё-моё, что делает Джефф Гласс? Невероятно. Очень хороший.